Послушай, Филиппины – это, конечно, великолепно, но тратить такие безумные деньги на путевку я не хочу. Серьезный аргумент. Может, Бали? Отличное сочетание активного отдыха, искусства и культуры. Может, в этой точке света возможен компромисс у следователя с профессором истории? Возможно. Храмы Пуралампуянга точно этого стоят. Ну, класс. Все, девушка, мы едем на Бали. И главное, с преступностью. Ну, с преступностью не переживай. Пусть они сами разбираются. Видишь? Выключен. Все, все. Нет повода для волнения. 1-1? Да. Александру? Конечно, сейчас. Пока 1-0. Да. Ну, у вас ограбление, а у меня отпуск первый за 5 лет. Золотая парочка. Я просто узнаю, что там. Извините, девушка, похоже, Бали отменяется. Хорошо, я сейчас приеду. Саша, у тебя отпуск в кои-то веки. Слушай, это же не просто мелкие жулики, это золотая парочка, самые ловкие воры, самые известные, неуловимые. За ними полиция уже больше года гоняется, никак не поймает. Их лица даже никто не видит. Да это уже тебя уже почти не вижу. Ага. Вообще, они воруют известные старинные камни. Можно сказать, тоже историки, поэтому меня к ним тянет, а? Я, наверное, кого-нибудь ограблю. Или убью, и тебя, наконец, потянет ко мне. И туда, и обратно. Ладно, езжай уже к своей парочке. Чисто сработано. Ни одной зацепки, как всегда. Борис Михайлович. Привет, Саша. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что? Ну, все тоже, опять ничего. Иди. Опять усыпили газом, но в этот раз через вентиляцию. Когда все вырубились, невесты сняли колье с изумрудом. Стоимость пока уточняется, но думаю, что будет ценник на миллионы. Понятно. А на камерах что, смотрели? Ну, видео еще скачивается. Да, кстати. Охранник крепкий мужик оказался, очень быстро пришел в себя и вызвал наряд. Утверждает, что слышал, как эти двое между собой переговаривались. У нас есть свидетель, первый за все похождения парочки, и вы молчите. Идем. Ну, идем, поговоришь с ним. Это же очень хорошо. Юра? Да, это я, Валентина Петровна. Я крем для загара купила, но нужно еще молочко, а то обгорит еще, не дай бог. Это вряд ли. Теплые края отменяются, а в наших краях вряд ли загоришь. Как отменяются? Что случилось? Ограбление, как всегда. Господи. И что сейчас делать? Как что? Надо срочно ловить преступника. А как поймают, опять что-нибудь случится. Всяваться. И в работе, и по характеру. Я же за всю жизнь с ним ни разу так никуда и не съездила. Как, вы с полмира объехали? Ну... Это за последние 15 лет, когда Лёшка погиб. Не-не-не, такие планы меня не устраивают, надо что-то менять. Ну так меняй. Может быть, если поженитесь, ребенок появится, она хоть как-то остепенится. Ты-то сам что тянешь? Да я все как-то хочу получше обдумать, но вот чем больше думаю, тем больше понимаю, что она не поменяется. Угу. Я очень надеялся в отпуске с ней серьезно поговорить, обсудить, какие у нас перспективы. Не тяни. Состаритесь оба, как весь этот хлам. Валентина Петровна, это исторический реликвий. Ой, перестань ты! Попробуйте все-таки еще хоть что-нибудь вспомнить, а? Точно это вороны были, не сороки, не воробьи? Ворону, говорит. Мужик говорит, ворону соленую завтра съедим. А баба говорит, каннибал, каннибал, каннибал. А че, каннибалов? Ворон едят. Саш, я тебе говорю, это обыкновенный глюк. Ну, надышался человек газом. Что ты хочешь? Фу. Каннибал, каннибал. Каннибал был точно, каннибал. Ворону каннибал. Да. Саш, я тебя очень прошу, пожалуйста, езжай домой. В кои-то веки в отпуск собралась, и на тебе закопалась тут. Мужа бы пожалела, золотой он у тебя. Я бы на его месте давно с тобой развелся. Ну, прежде чем развестись, пожениться надо сначала. Не понял. Я уж думал, что вы уж давно. Нет. Юра у меня человек обстоятельный. Пока все мои плюсы и минусы не взвесит, не решится. Ничего себе.
Открываю? Давай. Опа. А вот это вызов. Раньше золотая парочка так не наглела. Ну да. Как вы думаете, что это может значить? Пока не очень понимаю. Ух. Добрый день, коллеги. Мы из Федеральной службы безопасности. Да мы уж поняли. Тамбовский волк тебе, коллега. Чем обязаны? Дело переходит под нашу юрисдикцию. Вы свободны. Пожалуйста, освободите помещение. Как это освободить? У нас первичный осмотр. Старший оперуполномоченный Андрей, вы, пожалуйста, выполняйте приказ. Извините. Сашенька, солнышко, ну, пожалуйста, ну, езжай ты в свой отпуск. Это хорошо, что федералы приехали. Борис Михайлович. Висяк, понимаешь? Это же чистый висяк. Давай, пока. Блинчики на ночь? Ну, не совсем. Это попытка сделать мартабаки. Балийские блины с начинкой. Раз не получилось попробовать в оригинале. Угу. Ну, в блинах я не вижу ничего экзотического. Вот соленые вороны, это да. Снятся тут некоторым. И так и не удалось попробовать их, когда я работал в Калининграде. Это старинное куршское блюдо бедных рыбаков. Зимой залив замерзал, рыбалка останавливалась. Овощи на песке не растут. Ну, вот они с осени начинали лов ворон. Потом засаливали их, как сельдь в бочках. То есть реально есть такое блюдо? Да, в калининградских ресторанах до сих пор подают как фирменное. Нёрингштаубен, голубь куршской косы. Саш, нам надо серьезно поговорить. Калининград, значит, ну-ну. Ну-ну, Юрий, говорите, говорите. Слушай, Юра, зачем нам целых 12 часов лететь до Бали, когда можно меньше двух до Калининграда, а? Можем прогуляться вдоль моря, там есть на что посмотреть. Вариант? То есть я иду собирать чемоданы? Хороший город, старинный. Yes! Еще один рецептик нашел? Нет, зато вижу, ты нашла кое-что интересное. Загадочный каннибал оказался туристической фирмой «Калибалт». Я так понял, в Калининград мы не то чтобы отдыхать едем. Ну, я, конечно, понимала, что ты догадаешься, но что так скоро? Ну, живешь со следователем. Этот «Калибалт» устраивает экскурсию в музей янтаря, куда удивительное совпадение. В эти выходные на международную выставку привозят редчайший голубой доминиканский янтарь. Ты просто гений дедукции. А так как на выставку пускают только организованные туристические группы, золотая парочка могла заказать экскурсию в Калибалте. Ты решила, что это твой шанс? А ты считаешь, что у меня шансов ноль? Саша, я считаю, что делать из меня идиота как-то не очень хорошо. Юра, ну я просто еще не успела тебе рассказать. Понимаешь, скорее всего, это последний шанс поймать эту парочку. Мой шанс, Юр. У Калибалта всего одна экскурсия на этих выходных. У парочки наверняка это заключительные гастроли. Из Калининграда они, скорее всего, возьмут морской тур в Европу и все, адью. Адьё, Саш. Да какая разница, Юра? Никто никогда не мог их поймать. А я возьму и сделаю это. Ну и что, ты теперь со мной никуда не поедешь? Конечно, я с тобой поеду. Вдруг там с тобой что-нибудь случится. Но когда вернемся, надо обязательно что-то решать. Что решать? В каком смысле? А в прямом, надо нам это все или нет? Ты сомневаешься? Конечно, надо! Конечно, надо! Thank you.
Так, сейчас в отель, потом сразу обзорная экскурсия. Не обзорная, а позорная. Краткий пересказ 800-летней истории города от выпускника двухнедельных курсов. Юрий Веснов. Все ясно, Юр Веснов. Закройте рот. Ну, прости, голова другим забита. Ты же знаешь, я люблю твои рассказы. Просто сейчас, когда я иду по следу, без группы, совсем одна. Ну, почему одна, а я? А ты что, готов быть моим напарником? Ну, тогда вообще другое дело. Рассказываю. Борис Михайлович рассказал федералам про соленых ворон, про Калибалт, но они считают это полным бредом, фантазией, поэтому у нас нет толком никакой информации. Ни списка туристов с паспортными данными, ни контактов организаторов выставки. Короче, остается надеяться только на мою интуицию. Ну и на мой здравый смысл. В рыбную деревню. Красиво. Смотри, какие смешные. Ну чего ты, неудобно. Господа туристы, не проходите мимо, войдите в историю. В рыбную деревню направляетесь. Да, как вы догадались. Начало всех путей. Дагерротип на память не желаете? Дагерротип? Никаких пикселей, чистая душа. Давайте. Ну как? Вполне органично. Так, давай, позвольте сохранить. Ну давай, давай. Этот исторический момент для ваших детей. Тебе тоже идет. Да, что такую же потаскиваю. Так, так, так. Так. Вам надо побывать в танцующем лесу. Там есть одно дерево с кольцом. Надо просунуть голову. И загадать желание. Одно на двоих. Сделаем. Да, умели раньше делать. 5 минут. Нет, 10, и все будет готово. Извините, у нас нет времени, мы спешим. Ну, в любом случае, когда достанете, не выбрасывайте. На обратном пути заберем. Конечно, конечно. До свидания. До свидания. И желание одно на двоих. Не забудьте. Ну, одно на двоих, это вряд ли получится. Добрый день. Вы, наверное, группу ищете? Да, вы тоже? Не совсем, я ее собрать пытаюсь. Павел, я ваш гид. Очень приятно. Александра, Юрий. Отлично. А у нас сейчас как раз ланч. Проходите. Традиционная кенигсбергская кухня. Вот сейчас все заодно познакомимся и уже тогда начнем экскурсию. А соленые вороны будут? Подготовились? Так, почитали немного. Будут, конечно, позже на Курской косе. А сейчас у нас можно попробовать мурхуншен, хопель-попель и шмантунглумзе на десерт. Название язык сломаешь, зато попробуешь и язык проглотишь. А что это все? Хопель-попель — это типа гоголь-моголь. Шмантунглумзе — это творожный упрямец, десерт из творога и сливок. А мурхуншен — это в переводе болотная собачка. Молодой копченый сыр с тмином и лук. Но вообще-то двухлетняя выдержка — это уже вполне зрелый сыр, ну хотя с творожной текстурой. А хопель-попель — это минимум 5 в 1. Это десерт из сливок и желтка, это напиток с теми же ингредиентами и ромом. Это горячее блюдо из картофеля. А также имя главного героя книги Ханса Фаллада «Хопель-попель, где ты есть». Вы ресторатор? Нет, Юрий, историк, а я психолог. Понятно. То есть вы все мои экскурсии будете вот так вот комментировать? Не переживайте, пойдем пробовать это все голодное. И давно ты у нас психолог? Пару минут. А кем я должна была назваться? Историком? Дорогие гости, пожалуйста, отвлекитесь от своих упрямцев и собачек. Я предлагаю всем сейчас познакомиться. То есть мы сейчас пойдем все по кругу, вы представитесь и скажете, чего вы ожидаете от нашей поездки. Я прошу вас. Меня зовут Виолетта фон Гиппель. Я приехал из Гамбург. Мои корни здесь, Кенигсберг. Хотел получить незабываемый, романтический впечатление. Евгений,
Бизнесмен из Тюмени. Очень люблю путешествовать. Ценю комфорт и безопасность. А теперь вы. Вон, смотри. Ой, не надо, не надо. Сидите, сидите. Галина, Северодвинск. Я приехала в город посмотреть, а не себя показать. Извините. Всем привет. Мы Алена, Игорь. Мы пара из Москвы. Я педагог, Игорь психолог. И эта поездка – подарок на годовщину нашего знакомства. Я буду счастлив, если моей Алене все понравится. Может быть, вы передадите слово вашей коллеге, а вот Александр у нас тоже психолог. Правда? Да. Как интересно. А я Игорь Владимирович Марин, специалист в области суггестивной психотерапии. А вы какой области? Мы тоже пара. Да. Я Александра, это Юрий, мы тоже из очень Москвы. Да. А мы очень любим экзотическую кухню, поэтому, собственно, мы здесь и практически все съели. Ну и отлично, впереди нас ждет знакомство с городом. Нам предстоит большая поездка, кульминацией которой станет посещение международной выставки в музее Янтаря. Я прошу вас всех, не задерживайтесь. Через полчаса я всех жду у автобуса. Я вот тут вот план накидал. Давайте просто ему следовать. Всем оставаться на местах, это направление! Простите, пожалуйста, это он так шутит. Специфическое чувство юмора. Вы в спецназе не служили случайно? С детства спортом занималась, пригодилась. Я прошу вас, сядьте вот сюда вот и сделайте вид, что вас нет, хорошо? Вы, кстати, молодец. Правильно вы его. А у вас, между прочим, с безопасностью не все в порядке. Ну, вообще, Калининград очень тихий, спокойный город. Угу. Просто вот приезжие шалят. Я вообще-то местный. Вы мне извините, пожалуйста, я думал, реально смешно будет. Если не прекратишь, я в Питер уеду. Ну, не дуйся, Наташ. За чрезмерной эпатажностью можно скрываться так же, как за маской серой мышки. Скажите, пожалуйста, вы как себя чувствуете? Я... Да, в порядке. Вот скажи, зачем она поехала в эту экскурсию, если в первом же музее можно начать рожать? Здесь, на острове Кнайпхов, Калининград исчезает. И мы попадаем в город-призрак Кёнигсберг. А кафедральный собор является живым подтверждением того, что этот город когда-то существовал. Подходите поближе. Перед вами могила великого философа... Господи, что за чушь он несет? Невозможно слушать. Я думаю, вы все о нем что-нибудь дослышали. Он представит... Обрати внимание, Костя с Наташей гораздо больше подходит под твой портрет преступника, чем Игорь с Аленой. Не стала бы золотая парочка так привлекать к себе внимание. Не привлекать, а наоборот отвлекать. Их же всерьез никто теперь не воспринимает. А Игорь с Аленой просто голубки. Идеальная пара, не то что... Да посмотри, какие своды, а? Сипишь на весь остров, все услышат. Ага. До янтарного музея еще далеко, надо всех проверить. Возьми на себя немку. У тебя же немецкий свободный. Ну, не совсем, скорее продвинутый. По крайней мере, лучше, чем мой никакой. Может, даже, чем ее русский. Да? А вот это было бы интересно проверить. Вот иди и проверь, а я продолжу следить за твоими голубками. Нам бы так, нашел кому завидовать. А сейчас у вас есть полчаса, чтобы самостоятельно погулять, сделать фото на память. Если вдруг нужна какая-нибудь помощь, обращайтесь, буду только рад. Вот, хорошо? Правда? Пойдем туда. Прости, 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 прости. Совсем. Прости, Наташа. Ума нет. Это очень хорошо. Вау! Такая высота. Ты букашка. Букашка я. Ты высокий. Послушай, мы не должны это обсуждать при всех. Ну, хватит. Ты помнишь, что договаривайся с тобой. Мне надоело, все. Понимаю. Мне надоела двойная жизнь. Мы постоянно прячемся, скрываем. Все. А хотите, я вас сфотографирую? А, да, если можно. На фоне собора, да? Спасибо. Да не за что.
Я, конечно, понимаю вас, трудно удивить, у вас парень историк, но... Ну, может быть, вы все-таки не в курсе, что Канбл 157 сантиметров роста? Да вы что? Такой маленький. 157? Да. Это же очень мало. Ну, такой вы. Спасибо, классно получилось. Просто зафиксировал реальность. А где все? Наверное, в собор пошли. Я, пожалуй, тоже пойду. Смотрю. Я тебе еще раз повторяю. Если ты не можешь расставить все точки над «и», я могу уйти сама. Алена, я прошу тебя, потерпи. Ну, осталось совсем чуть-чуть. Игорь, я устала. Я устала от этой гонки за адреналином. Малышка, малышка, пожалуйста. Давай не делать глупости, хорошо? Иди сюда. Обещаю тебе. Саш, вот ты где. Все, а я тебя обыскался. Здесь красиво. Да, очень. Ты их спугнул. Еще чуть-чуть, они бы сказали самое главное. А, то есть ты хочешь сказать, что они тут исповедовались, а ты их подслушивал? Я хочу сказать, что они тут обсуждали свои планы. Если б не ты, почему ты вообще тут, а не следишь за Виолеттой? Потому что мне зачем следить, никакая она не грабительница, поверь мне. Как психолог психологу говорю. Она слишком любопытна, слишком болтлива, и как бы это помягче сказать, она слишком тактильна. А, даже так? Да. Ну, в таком случае нам больше не интересно. Давай отрабатывать наших главных подозреваемых. На следующей экскурсии, пожалуйста, попробуй как-то отвлечь Игоря. А я постараюсь. Не знаю, развести на разговор откровенную Алену, ладно? Пойдем. Хорошо. Друзья, ну поспешите занять свои места. Раньше сядем... Раньше выйдем. Следующая остановка – легендарный 11-й форт Дёнхов. Единственное полностью уцелевшее фортовое сооружение 19 века. Не понимаю, что это было. Где? Все в правом кармане. Ein Fichtenbaum steht einsam in Norden auf Kaller Höhe in Schleffert. Отличный текст. Жаль, что я только понимаю. Ахтмуш, Вахтмуш. Это Генрих Гейне. Одно из самых известных стихотворений об одиночестве и ожидании любви. Кстати, ты его в школе наизусть учила? Я в школе английский изучала. По мотивам написана «Сосна» Лермонтова. На севере диком стоит одиноко. И этот человек ревнует меня к работе. Стоп. Ты сама меня к ней представила. Да, но я не просила тебя отдавать ей полный. Я не давал, я просто пытался ее разговорить. Я читал стихи на немецком, спросил, замужем ли она. Что я не так сделал? Ничего. Ребят, ну все, автобус отходит уже. Давайте быстрее. Может, лучше вот так поедем? Итак, мы на пути в форт Дёнхов. Чувствую себя теперь полным идиотом. А всего крепостей. Вот как теперь объяснить женщине, что я ничего такого не имел в виду и при этом не обидеть? Дёнхов сохранился лучше всех остальных фортов. Почему сохранился? Да потому что во многих фортах в 45-м году сначала не поедет. Карта подвигов золотой парочки. А это расписание тренингов Игоря. Видишь Казань? Ровно в это же время там произошло ограбление. Я сейчас попрошу Бориса Михайловича максимально пробить Игоря и выяснить все, что только возможно, его перемещение за этот год. И все. Зачем мне напарник, который не верит в успех? Поверю. Когда получим и проанализируем информацию. Меня сейчас больше волнует, как мне отжить Виолетту. Ну, студенток своих ты же как-то отшиваешь. Или нет? Вот, пожалуйста, угощение из настоящей военно-полевой кухни. Вообще, в форте Дёнхов регулярно проходят военно-патриотические мероприятия. А можно вблизи посмотреть? Нет, там сейчас репетиция, само сражение через неделю.
Ты что, трусиха, все же закончилось еще в 45. Ты не забыл, что обещал Игоря отвлекать? Кстати, есть версия, что именно на территории 11-го форта может быть спрятана янтарная комната. А, я что-то читал об этом. Да? Вы тоже? Mm. А вы? Mm-mm. И говорят, что она может быть похоронена на дне оборонительного рва. Может, глянем? Ну, давайте. Говорят, на удачу. Я с вами. Да, вообще, с фортом связано очень много легенд. Но, конечно, самое основное — это насчет янтарной комнаты. До сих пор не могут увидеть. А вы ничего не измените. Просто примите как данность. Или не принимайте вовсе. Мужчины не меняются. Чего вы? Да, вашим Юрием. Я что, не вижу, как он возле этой немки крутится. Ну, а не будет немки, появится другая. Да, вы откуда знаете? Вы же с Игорем просто идеальная парочка. Да это только со стороны. Тут важно принять решение. Эти отношения, которые построены на лжи и постоянных тайнах, они тоже затягивают, и выпутаться почти невозможно. Дальше только хуже. Давай на ты, ладно? Вообще, этот форт только недавно открыли для туристов. Раньше это был закрытый объект Минобороны. Да тут и сейчас смотреть-то нечего. Пожалуйста, не перебивай. Юрий владеет историческим материалом не хуже наш гид. Спасибо за столь высокую оценку. А слушайте, давайте пойдем уже в автобус. Не хватало, чтобы мы грохнулись еще. Может быть, еще вниз заглянем? Нет, спасибо. Я пойду, пожалуйста. Спасибо. Если вы хотите смотреть вниз, вот вам моя рука. Нет, нет, спасибо. Я что-то делаю не так. Нет, что вы. Просто как-то некрасиво мужчине в момент опасности держаться за женщину. Ты настоящий мужчина. Черт! Помогите! В партнерских отношениях норма – это умение договариваться на берегу, понимаешь? То есть, если ты чего-то боишься или что-то противоречит твоим принципам, просто нет и все. Пытаюсь это сказать, но ну, как будто не слышит. И постоянно нужно еще напрячься. Я этого не хочу. Если зайти с другой стороны, ты же говоришь ему не о том, чего ты не хочешь, а о том, чего хочешь взамен, так? Да, я предлагаю варианты, но это… Ну, послушайте, это какое-то шарлатанство. Вы – дилетант. Игорь. Подожди. Вы дискредитируете психологию как науку. Почему вы? Вы не имеете права консультировать вот так просто, между делом. Игорь, она не консультирует. Мы с Сашей, между прочим, просто разговаривали как подруги. И благодаря ее советам я, наконец, приняла решение. Все, я выхожу из игры. Подожди, я прошу тебя, но осталось совсем чуть-чуть. Правда, отпустите, что ты делаешь? Отпустите, я сказала. Мы сами Юрий! Разберемся, хорошо? Юрий, зих штот! Упал. Как упал? Откуда? Юрий! Где? Где? Давайте поможем. Что? Что случилось с вами? Юра! Живой? Зачем тебя туда понесло? Руки. Руки, ноги. Осторожно. Целы? Головой не ударились? Доктора надо вызывать. Вызовите кто-то скорую. Вызвать доктор! Вызвать! Нет, нет, не надо никакого доктора. Все в порядке, я жив-здоров. Он не виноват, он меня спасал. Извините нас, пожалуйста, больше этого не повторится. Теперь мы от вас на шаг. Пойдем. Вам тяжело идти? Можете блокотниться на меня. Я благодарю вас, Виолетта. Все в порядке, но вышло недоразумение. Вы меня неправильно поняли. У меня есть невеста. А тогда зачем же вы? Павел, извините нас еще раз, пожалуйста. Пойдем, Юр. Ну, вы тоже, кстати, извините перед Павлом. Он переживает от тебя. Это же больше, чем ты. Ерунду не говори. Все, проходите в автобус. Игорь с Аленой исчезли. Я надеюсь, с ними ничего не случилось. Думаешь, тоже стеканули куда-то?
Слушайте, я начинаю волноваться. Кстати, а вы в курсе про белую даму? Нет, кто это? Хозяйка форта. Она бродит здесь, заманивает мужчин золотом. Горе тому, кто пришел сюда с подругой. Сначала она расправится с ним, а потом изведет всех мужчин в его роду. И много у нее золота. Слышь, Наташа, езжай-ка в свой Питер. У нас тут девушки получше есть. В каждой уважающей себя стране есть своя легенда о белой даме. Во Франции такие барышни гуляют толпами. Самая известная блуждает по Чехии. Ее так и называют самый известный призрак Европы. Ну, вообще, конечно, так себе идейка гулять без проводника по форту. Пойду я поищу их, может быть, кто-то видел. Я вас очень прошу, ну не разбегайтесь. Слушай, я, честно говоря, за Алену больше переживаю. Ей-то белая дама точно ничего не сделает. При чем тут дама? Она сказала, что хочет завязать. Вдруг Игорь решит избавиться от своей ненадежной подельницы. Алена! Алена, прошу тебя, отзовись! Ну хватит делать глупости уже! Саша, я же просил вас ждать в автобусе. Алена! Я здесь! Алена! Идите, пожалуйста. А где Игорь? Он застрял в старом лифте для боеприпасов. Помогите! Здесь, здесь я, здесь! О, Игорь! Игорюша! Игорь! Ой, боже мой! Как вы сюда попали-то? Не знаю, я шел и упал. Вы откройте это. Помогите. Получилось. Возьмите фонарик. Сейчас. Давайте. Давай. Спасибо. Цел. Как я рад вас видеть. Друзья, да. Держи плечо. Все, что? Что? Все, все. Спасибо. Держать. Все хорошо. Все хорошо. Да, все хорошо. Точно. Все цело. Спасибо. Ну и что это за командировка такая, а? А вы, собственно, кто? Я его жена. Здрасте. Ну вот, как-то все само собой разрешилось. Не слушай. Не слушай ее. Я сейчас сам. Я сам все, все тебе объясню. Ну и что он вам там обещал? Развестись? Она пациентка, я врач, я профессионал. Помолчи, это навязчивая, пожалуйста, идея у нее просто. Помолчи. Нет, он ничего такого не обещал. Потому что у вас биполярное расстройство, знаете? Нет, нет расстройства. Он вам все объяснит. А я благодаря Саше избавилась от своей навязчивой идеи. Нет, ну вы, конечно, молодец. Только мне это тоже не нужно больше. Спасибо. Это просто работа, дорогая, родная. Подожди. Позвони мне, мы разберемся, это неправильно. Дорогая, дорогая! Я вас у автобуса жду. Подходите. Ты молодец. Спасибо, Саша. Я поеду. Пока. Справедливость торжествовать. Хотел обмануть два женщин, иметь разбитое корыто. Вот тебе и голубки. Видимо, у них психотипы разные. Зато у нас с тобой прям один в один. Есть такая традиция. Кто первый занимает место в автобусе, тот получает домик с садом от меня лично. На старт. Внимание, марш! А не обманете? У них жизнь. Сегодня купил новый набор открыток. Thank you.
покажите ваша открытка. Что на ней? Дом какой-то. Кажется, она нашла новый объект. А если нет? Может быть, они как раз пары и скрывают это для конспирации. И к тебе она клеилась, чтобы не заподозрил никто. Ну что за подозрение, Саш? Не выдумывай. Да, Борис Михайлович. Есть что, какая-то информация про Игоря? Нет, ничего страшного. Ладно, у меня к вам еще одна маленькая, огромная просьба. Мне нужна информация про Виолетту фон Гиппель. Это туристка из Гамбурга. Спасибо. Все, отдыхаю. Отдыхаю, Борис Михайлович. До свидания. Ну, тогда и Евгения надо бы пробить. Начнем снимки. Это он! Это он! Это удивительно! Кто? Удивительно! Кто-кто? Наш дом! После войны этот дом принадлежал мой дед. Он был ювелир. Вообще-то это дом профессора Альберта Штински. Сейчас там библиотека. Наверное, я ошиблась. Просто очень похоже. Ребят, ну вы чего? Ну там стынет же уже все. Давайте быстрее ужинать и спать ложиться. Завтра опять очень сложный день. Ужинать, конечно, очень хорошо. А вот насчет отдыха. Лично у меня на тебя сегодня вечером очень большие планы. У меня на сегодняшний вечер тоже серьезные планы. Я хочу проникнуть в номер к Виолетте и осмотреть там все, что только можно. Мне нужна твоя помощь. Я боюсь, как бы она не вернулась раньше времени. Задержи ее по максимуму, пожалуйста. Как? Ну, ты же у меня сама неправда придумала, что... Хорошо. Камерад, в телевизор есть немецкий канал. Но я совсем не бум-бум. Вы мужчина. Вы умеете... Да-да-да. Да. Я сейчас только еще за одним десертом схожу. А вы в каком номере живете? 21. Блэк Джек. А вы азартны. Минуточку, подождите. Да. Виолетта, я могу с вами поговорить? А что же ваша невеста? Ее, по-моему, даже не было за ужин. Мне очень неудобно перед вами. Я могу как-нибудь загладить свою вину? Вы серьезно? Абсолютно. Пойдемте. У вас есть последний шанс. Что вы воровка. Вы-то как здесь оказались? Ну, вообще-то я здесь живу. Как это? Где? Виолетта. А, вы к Виолетте хотели? Да, на ней много погремушек. Она попросила поменяться с ней номерами. Говорит, здесь вид лучше. Вы меня, конечно, извините, но я просто вынужден позвонить в полицию. Тогда уж сразу в Москву полковнику Зотову, это мой начальник. То есть вы не психолог? Старший оперуполномоченный капитан юстиции Андреева Александра Львовна. Понятно. И историк вам тоже при погонах, да? Нет, историк настоящий. Я прошу вас, не говорите никому ни слова, ладно? Вы за немкой следите? Она что, шпион?
Юрий. Ja? Es ist mir kalt. Vielleicht gehen wir in Hotel. Ja, ja, natürlich. Ich friere auch. Sie sind ein Gentleman. Nein. Nein, Виолетта, Entschuldigung. Да что же это такое-то, а? Все, с меня хватит. А, простите, Виолетта, а что происходит? Вот еще печеньки возьмите. На ужин все равно не успели. Спасибо. Я прошу, никто не должен ни о чем догадаться. Обижаете. Саша, а возьмите в напарники меня. Мы будем супер командой. Посмотрим. Новые улики? Никакая Виолетта фон Гиггенберг из России не пересекала.